Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины, который в бытности министра культуры Украины составил знаменитый черный список российских артистов, выступил с видеопосланием. Политик назвал свои условия, при которых Украина примет участника России в Киеве в мае этого года. Кириленко четко заявил, что Украина готова принять представителей России в рамках песенного конкурса «Евровидение 2017», но этот артист должен быть чист перед украинским законодательством. Политик выступил с видеообращением к России, а вернее к Кремлю. Он начал обвинять нашу страну в том, что Самойлова незаконно победила в отборе от России, что голосование было подтасованным и что решение принимали не телезрители Первого канала, а лично Путин и Песков. Кириленко заявил, что кандидатура Самойлова – изначальная ставка Кремля с целью провокации. Чтобы разрешить спорный момент, вице-премьер-министр приглашает в Украину российских исполнителей, которые не нарушили законы Украины. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.